Проплывая по небу, как нам кажется, легко и непринужденно, облака перевозят миллионы тонн воды из одного места в другое. И когда все эти облака собираются вместе в кучу, то есть в тучу, они проливаются на нас дождем. Да, совершенно верно. А потом опять выглядывает солнышко. Ура! Ой, это что ж получается? Если каждое облачко такое тяжелое, то почему облака не падают на землю? Да, если даже они тяжелее слонов. Облакам не дают упасть на землю теплые мощные потоки воздуха, исходящие от земли. Их полет можно сравнить с полетом воздушных шаров. Ой, как интересно! А если бы не было этих теплых потоков воздуха, облака что же, упали бы на землю? Да, и многие птицы не смогли бы парить в небе на одном месте, если бы не умели использовать силу восходящих потоков воздуха. Ой, какие сильные эти воздушные потоки! Как бы я тоже хотела попарить! И это возможно. Люди научились использовать такие потоки. Вот такой вот легкий летательный аппарат, дельтаплан, может летать только за счет воздуха и воздушных потоков. Летать без моторчика? Да, он парит в небе, как облако или как птица.